абсолютно убежден, что история с увольнением так называемым Якунина – это не рядовое событие, не случайное, и чисто хакеры или какие-то хулиганы здесь ни при чем. Но это вопрос скорее для президента и для председателя правительства. А что касается достоверности или нет информации для журналистов, ну извините, мы живем в электронный век, и поэтому контроль за достоверностью должен быть с точки зрения электроники. Недостоверные информаторы, лжецы и клеветники должны наказываться независимо, это журналисты или работники государственного аппарата.